Большое спасибо за приглашение. Мне сегодня быть приятно очень. Я впервые в России, поэтому очень здорово. Как уже говорилось, я работаю в Техническом университете в Мюнхене. Я возглавляю исследовательский институт, институт инновационной радиотерапии, который также находится в Мюнхене, но не в университете, а в центре Гельмгольц. У них у нас есть возможность переносить новые технологии, новые концепты в клинику. И видите логотип нашей клиники перед вами. То есть здесь идет смесь доктора информации, физиков, биологов, клиницистов и так далее. Я сегодня буду говорить о миллиметровой точной технике модификации радиационных ответов, однофракционной и фракционном лечении, и различных опциях современной радиационной технологии. Я буду говорить о концепциях, которые у нас есть. Если посмотреть на пациентов с метастазами головного мозга, раньше мы говорили, да, все пациенты нуждались в радиотерапии целого мозга, ВБРТ, и нам приходилось дифференцировать пациента с множественными метастазами или, скажем, с одной метастазой. И многие хирурги говорили, если можно оперировать, а нужно оперировать, и у нас, конечно, должен быть долгосрочный местный контроль. А если посмотреть на результаты одного из исследований, я буду чуть позже говорить о деталях, так вот, на этом графе видно, что хирургия – это эффективное лечение для того, чтобы вынуть метастаз. Да, если одна опухоль, но если мы не делаем никакого другого дополнительного лечения, ни гормонной радиотерапии, ни радиохирургического лечения, тогда мы следуем по этой желтой кривой. Это означает, что у нас высокий уровень местного контроля в сравнении с радиохирургией всего мозга. Что я хочу сказать, что сама по себе хирургия, безусловно, очень эффективна, но это не конец вопроса. И тут существует высокий уровень побочных эффектов. Мы, радиационные онкологи, которые видят этих пациентов, должны смотреть, как увеличить местный контроль и как это сделать с помощью и поддерживать приемлемую токсичность. Что мы раньше делали? Естественно, пациент проходил или не проходил хирургию при метастазах мозга. Мы делали ВБРТ. Если посмотреть на другие данные в литературе, все они показывают высокий местный контроль, и там везде есть плюсы местного локорегионального контроля, то есть здесь шел контроль, но также и профилактика новых метастазов головного мозга. Я думаю, что да, это очень интересный эффект, но цена... Конечно, это побочные эффекты. Безусловно, развитие нейрокогнитивных побочных эффектов. Различные исследования показывают, что после ВБРТ, особенно если вы используете высокие разовые дозы, есть риск развития нейрокогнитивных побочных эффектов, особенно у пациентов с долгосрочной медианной выживаемости, женщины, молодые, пациенты рак груди или одна метастаза. Мы лечим с ВБРТ, выживает... Допустим, 5 лет, и, безусловно, это человек, который находится в риске для развития нейрокогнитивных эффектов, и поэтому мы должны иметь это в виду. И, безусловно, этот вопрос у нас заключается в том, когда мы делаем ВБРТ, необходимо ли еще какое-то местное лечение. Некие исследования рассматривали этот вопрос и показали, что особенно пациентов с одной метастазой мозга, да, они получат пользу от местного лечения. Я думаю, что нужно вернуться... И нужно не все складывать в одну корзину, я имею в виду все метастазы. Нужно смотреть на гистологию. Мы, наверное, все согласимся, что пациент с мелкоклеточным раком легких, мы говорим не о радиохирургии, только человек сразу пойдет на ВБРТ. А если это другие гистологии, мы должны их подразделять. А это очень такая простая схема. Я думаю, что нужно просто объяснить. У нас эти пациенты, у которых низкий уровень прогрессии, может быть, давайте назовем это низкой агрессивностью, хороший прогноз. А затем, когда мы говорим пациентов с раком груди, с одной опухолью, а с другой стороны у нас есть пациенты, ну, может быть,
я думаю, о радиорезистентной гистологии, о гистологии меланомы. Мы знаем, что у меланомы есть резистентность к радиотерапии. И вот эта группа пациентов справа, где следует больше интенсивности добавить к лечению. И тут различная биология должна еще учитываться, кроме радиохирургии. И вот самое важное слово «биология» – это основа для решения по поводу радиотерапии. Это не только концепция различных технологий, которые имеются в наличии, это еще и концепция биологии. Вот это вот старая такая схема. Вот здесь описано, что каждый тип опухоли имеет вероятность доза отклик, то есть определенная доза необходима для контроля над опухолью. И эта кривая очень четко разделяет каждый тип опухоли. Лимфомы, например, вот здесь будут от подтипа находиться где-то здесь. И вот один более 50-60 грей будет находиться здесь. Меланома, саркома, астросаркома и так далее. Именно поэтому для нас важно, как радиационных онкологов, знать, что это за опухоль. И иногда сложно, по крайней мере, в Германии, если у нас пациент диагностируется раком и нет гистологической классификации, первое, мы, как радиационные онкологи, скажем, мы должны знать, что это такое, потому что тут будут последствия в связи с тем, что мы делаем. Проблема заключается в том, что такая зависимость дозы, отклик для нормальной ткани, может быть, и что происходит в нормальной ткани, побочные эффекты. Это очень существенно. Тогда, естественно, нам они не нужны. И мы должны знать взаимоотношение доза-ответ в рамках нормальных тканей, потому что это помогает контролировать дозу, которую мы вводим для опухоли. И также все разработки в радиационной онкологии, они направлены на усовершенствование такого терапевтического окна. Если говорить о метастазах мозга, и мы говорим о системном лечении, я не буду говорить о биологии детально, но просто нужно иметь в виду, что у нас существует, кроме химиотерапии, новые препараты, полицумаб и так далее. И все эти новые молекулярные агенты. И проблема с кривой заключается в том, что мы знаем, что мы делаем, когда лечим только одной радиацией. Но иногда мы не знаем, что мы делаем, если мы добавляем системное лечение. А если мы добавляем системное лечение, мы можем передвинуть эту кривую. К сожалению, не только кривую местного контроля, а тоже кривую токсичности в обоих направлениях. Поэтому если у вас пациент с метастазами мозга, и вы следуете своему знанию, своим концепциям. И, значит, онколог скажет, да, мы даем системное лечение дополнительно, и вы должны иметь в виду и говорить с пациентом. И скажите, что вы делаете, потому что потенциально вы можете изменить что-то в сфере, в профиле побочных эффектов. Что мы делаем в радиационной онкологии сегодня? Безусловно, мы все, наше лечение основано на 3D, визуализации, КТ, МРТ, ПЭТ, в зависимости, конечно, от заболевания. Высокопрецизионная радиотерапия, например, радиохирургия, фракционированное стереотоксическое лечение. Мы нуждаемся во всех этих подходах. И, естественно, особые техники – это интенсивно модулируемая радиотерапия, АМРТ, particle-терапия частиц, протонов там и прочего. Это радиотерапия под контролем, визуализация, ГРТ. Вот, АГРТ – это очень важный подход. Я покажу, почему он очень важен при метастазах головного мозга и при лечении. Когда мы говорим о стереотоксической терапии, я хочу показать вам слайд. Стереотоксическая радиотерапия была разработана не радиационными онкологами, она была разработана нейрохирургом Ларс Лексель в Швеции, и он разработал технологию гамма-найф, гамма-нож. И сегодня не только гамма-нож, но и кибернож, а еще и особые другие техники, например, линейные акселераторы,
при использовании радиохирургии. Но что хорошо, что разработки шли в связке с другими дисциплинами. То есть радиационная онкология – это сфера очень интерактивного пользования. С радиохирургией мы можем лечиться в режиме одного фракционирования, неинвазивное, быстрое лечение. Но нужно иметь в виду, что риск побочных эффектов может увеличиться с объемом опухоли, с увеличением его объемов. И также мы можем перейти к фракционированному лечению, что, конечно же, сегодня имеется в наличии, а также изображение, визуализация для верификации точности. Я вот работала с одной пациенткой с раком груди. Мы использовали радиохирургию в лечении. И вот мы использовали БРТ, короткое время лечения, неинвазивное, высокий местный контроль, 70%. Пациентка себя чувствовала очень хорошо после, очень эффективное лечение было предоставлено. А если посмотреть на клинические данные, мы говорим о прецизионном лечении или точном лечении, гормонной радиотерапии, а когда мы предлагаем радиотерапию, и вот это исследование ЭРТС, которое дает возможность ответить на вопросы пациента с метастазом 1, 2, 3 были включены, пришла рекомендация между радиохирургией или хирургией, а после этого гормонная радиотерапия. То есть и была попытка ответить на вопрос, нужна ли ВБРТ. И, по крайней мере, в Германии эти данные изменили парадигму того, что мы делаем. То есть пациенты с метастазами головного мозга сегодня, они уже новую парадигму используют. Здесь вот нет такой разницы в кривой выживаемости. То есть нет плюсов по выживаемости при ВБРТ. Однако, если посмотреть на местный контроль и местно-региональный контроль, то, конечно же, есть плюсы с точки зрения местного контроля, то есть пациенты не развивают новые метастазы головного мозга. Это очень важно, если у вас пациент с метастазами 1, 2, 3. И, естественно, мы в Германии иногда слышим, да, пациенты говорят, мы хотим ВБРТ, мы хотим максимальной безопасности. Конечно, таких немного, но, естественно, тут парадигма изменилась и в отношениях с пациентом также. Также это исследование показывает, что добавляя ВБРТ, мы имеем некоторое снижение когнитивных функций, снижение качества жизни. Это небольшие изменения, но тем не менее. А если у вас пациент с малым периодом жизни, то это тоже нужно иметь в виду. Что касается нейрокогнитивный дефицит, я сегодня буду говорить о том, как мы можем работать против этого. Есть немного данных, но данные по глиомам и показывали, что, естественно, возраст пациента имеет большое значение, особенно если пациент уже более старшим, если однократная доза очень высокая, и одноразовая высокая доза может иметь очень серьезный побочный эффект и влияние на нейрокогнитивные функции. Вот я обычно двухступенчатую дозу пытаюсь использовать, а также вот облучение дистантных или отдаленных регионов, также лимбической системы и гиппокампа отвечает за развитие нейрокогнитивных побочных эффектов. И это регионы, которые нужно действительно сохранять с помощью современных методик. И также еще один момент. Есть немного данных из рандомизированных исследований, не потому что они не имеются в наличии, но просто очень трудно оценивать нейрокогнитивные побочные эффекты. И также есть одно исследование, которое оценивает медицинское лечение в сочетании с радиационной терапией. Но что здесь показывает, что нейрокогнитивные нарушения, естественно, могут быть связаны с радиотерапией, но могут ассоциироваться и с метастазами головного мозга. Это тоже нужно иметь в виду, потому что исследование показало, что пациенты с ВБРТ отвечают хорошо, то есть метастазы уменьшаются, и затем их, тем не менее, здесь мы видим эту желтую кривую, которая показывает сохранение или совершенствование нейрокогнитивной функции. То есть ответ с помощью радиации может быть также и положительным, то есть это не всегда отрицательно. Исследование также показало, что долгосрочное
выживаемость сохраняет нейрокогнитивные функции. Так что все в конечном итоге не так все плохо. Если мы просуммируем это перед тем, как перейти к другому отделу, я хотела бы сказать, что мы наблюдаем с радиотерапией головного мозга повышение локорегионального контроля. Мы имеем, конечно, с другой стороны, нейрокогнитивные побочные эффекты, проблемы с гистологией, но с другой стороны, мы повышаем лучший локальный контроль, но у нас есть меньше побочных эффектов, но опять же стоит проблема с локорегиональным контролем. Радиохирургия может быть на пользу этим пациентам. Каким же пациентам мы обычно назначаем радиохирургию? Я думаю, что здесь у нас есть согласие в аудитории. Это от 1 до 3-4 метастазов, менее 4 сантиметров опухоль, неоперабельность или невозможность альтернативной хирургии. Только радиохирургия или бустовая радиохирургия. Это те самые олигометастазы, которые уже говорили. И вот классический случай радиохирургии в отношении олигометастазов. Также можно и совмещать эти методы. У меня была пациентка с раком груди. У нее было большое образование и образование поменьше в головном мозге. Мы также здесь говорили о радиолечении всего мозга или локальном лечении, то есть выбирали между тем и другим. Мы решили облучить меньшие опухоли 20 Г и сделали ФСРТ для больших, потому что мы решили, что большие слишком велики по размеру, чтобы остановиться на радиохирургии, и для этого облучение было оптимальным решением. Хочу вам показать другой случай, потому что встает вопрос об аддитивной радиотерапии всей области головного мозга. К сожалению, этот слайд на немецком. У нас был пациент с раком головного мозга, с колоро-канциномой, и у него пошли метастазы в мозг. Когда пациент был направлен на операцию, в данном случае было хорошее решение для него, мы взяли снимки до и после операции, и потом пациент поступил ко мне в больницу, и мы задумались, что же сейчас делать, делать ли терапию всего головного мозга. У нас есть всего лишь одна опухоль, что же делать? Кто может гарантировать, что эта опухоль была полностью вырезана и не осталось остаточных опухолевых клеток? Мы тогда взяли и облучили оставшуюся полость от опухоли радиологическими методами, точечным образом взяли от опухоли, задело 2 мм, и вы видите снимки, то есть у пациента все было хорошо, и он до сих пор жив и здоров. Сейчас я очень много внимания уделяю литературе. Не так много мы можем прочесть о рандомизированных исследованиях. Некоторые из них достаточно провокативны. Кому нужна доказательность при лечении хирургических полостей методом радиохирургии? Эта статья заключает тем, что, по сути, нам вообще не нужна доказательная база для лечения хирургических полостей методами радиохирургии, но я считаю, что нам нужны более консолидированные данные для того, чтобы заключить такое. Сейчас у нас есть классические категории пациентов от 1 до 3-4 метастазов, которые мы лечим методами радиохирургии. А возьмем тех пациентов, у которых есть по 4 образования и больше, для которых было принято решение, что в целом радиохирургия может им помочь. Давайте посмотрим на этих пациентов. Большинство статей на эту тему написаны в журнале Gamma Knife. Речь идет о пациентах с 10 и более метастазами в мозг. Радиохирургия в отношении их демонстрирует хороший локальный контроль.
И мы видим отсечку на уровне 14 метастазов, после которых вопрос об эффективности радиохирургии встает более остро. Вот мультифазовое, двухфазное исследование с одной группой, с пациентами с раком головного мозга и метастазами. Здесь данные показывают, что у пациентов с двумя-тремя метастазами и метастазами до 10 демонстрируют различный прогноз по выживаемости. Именно это дает нам основание задавать вопрос о том, на какие же критерии отбора по числу метастазов для радиохирургии или мы должны пересмотреть существующие. Вот исследование из Японии. Здесь у нас отсечка на 9 метастазах. Если меньше, то радиохирургия может помочь, если 10 и больше, то, возможно, нет. Но, опять же, это исследование всего лишь в одной больнице и с небольшой выборкой. Вот другая группа исследуемых в Японии. Здесь у нас отсечка 1 до 4 и больше 5. Это уже классические критерии, которые я вам уже показывала, используюсь, не буду их показывать. Другое исследование, которое обращает внимание на объем. Они задали вопрос. Возможно, объем играет большую роль, чем количество метастазов играет не столь важное значение. У них отсечка была 4 миллиметра, после которой, ниже которой использовались меньшие дозы. Опять же, здесь общая выживаемость не так сильно зависела от объема метастазов, и, соответственно, и для тех, и других радиография была показана. Другая пациентка, у нее были метастазы в мозгу, она пришла ко мне и сказала: ну что, у нас есть данные из множественной радиографии, можем ли мы сделать радиохирургическое вмешательство? Я сказала: да, можно, на индивидуальной основе. Посмотрела ее случай, и вот что обнаружилось. У нее была здесь, в этом регионе, опухоль, и здесь у нее... Здесь была опухоль также на сетчатке глаза. Я сказала, что мы можем, в принципе, смотреть за радиохирургию, но точечную радиохирургию. Но вот для этих двух опухолей полечить их было бы очень проблематично. Возможно, нам нужно облучить всю голову целиком, но тогда возможны серьезные побочные эффекты. Что мы сделали в данном случае? Мы попытались оградить гиппокамп от облучения и использовали локальную бустовую одновременную радиотерапию в данных проекциях. То есть мы использовали проекцию таким образом, чтобы также облучить пораженный глаз. Мы смогли хорошо проконтролировать эту пациентку. Возможно, в данном случае использование чего-то особого, в отличие от стандартной радиохирургии, было удачным решением для этой метастазирующей пациентки. В чем посыл моего выступления? Облучение всего мозга следует делать только в том случае, когда есть для этого абсолютная необходимость. В любом случае нужно пытаться сохранить нейрокогнитивные функции, в частности гиппокамп, и эскалация малыми дозами возможна в отношении макроскопических образований. И вот эта иллюстрация может как раз наглядно показать, что это может быть безопасно и эффективно в отношении определенных пациентов. Если мы ограждаем гиппокамп, но при этом есть смысл лечить всю область головного мозга, есть ли риск возникновения метастазов именно в этой области? Да, есть несколько исследований, которые свидетельствуют о том, что если в районе этого, в этой области есть определенные небольшие по размеру образования, могут возникнуть метастазы именно в этой области.
Вы видите здесь хорошие снимки по контролю пациентов из 2014-2015 года. Вы видите эффективность нашего лечения. Позвольте закончить и просуммировать те техники, которые я обозначила. Мы обсудили с вами хирургию, обсудили радиотерапию всего мозга, резекцию полости. Мы обсудили сохранение гиппокампа и вопрос олигометастазов. Есть ли доказательная база в пользу радиохирургии для пациентов с большим количеством метастазов, чем 3? По сути, их, в общем-то, и нет, но нам нужно помнить, что у нас есть биологические аргументы в пользу высокодозной локальной радиохирургии. Однако для разных случаев пороги отсечки всегда разные. Иногда это 1-4. Некоторые говорят, это 9 или даже 14 разных опухолей. Истина где-то рядом. В конечном итоге, если мы используем радиохирургию, мы должны не затронуть определенные органы и постараться избежать побочных эффектов, но у нас есть в любом случае возможность комбинировать облучение всего мозга с стратегиями эскалации дозы, но, как я вам уже сказала, при правильном выборе направления облучения можно даже избежать поражения гиппокампа, как вы могли наблюдать на одной пациентке, но для того, чтобы получить достоверные данные по выборке, нам нужны рандомизированные исследования. Я думаю, что будущее за индивидуальной радиотерапией, за изучением молекулярных маркеров, гистопатологии отдельных пациентов, полостей, иммунологических особенностей пациентов и даже об иммуномодулированных веществах, которые можно давать пациентам. Также мы будем больше учитывать различные индивидуальные особенности, Букрановский, диабет и так далее, и так далее. На самом деле здесь ничего нового, потому что каждый пациент особенный, каждый случай уникален. Вот мой коллектив, я не одна такая в своем отделе. У нас 24 врача работают по различным направлениям радиотерапии. Благодарю вас, спасибо за внимание.